кто нужен женщине? Женщине нужен тот, кто ее целует в шею и бережет. Кто спонтанно и очень вовремя улыбаясь скажет: такая красивая, без макияжа. Каждой женщине нужен тот, кто иногда без повода будет дарить цветы. Не забудет поздравить, даже когда в делах оврал. И наевшись клятвами до тошноты, женщины любят тех, кто умеет поступки, а не слова. Женщине нужен тот, кто хвалил бы ее по мелочи. И вовсе не важно, сколько ей лет. Но с ним одним она должна чувствовать себя маленькой девочкой. Каждой женщине нужен тот, кто бы ее жалел. Женщине нужен тот, от кого бы текла не тушь, а стиралась помада. И совсем не важно, он гений или далек от науки, если в момент, когда она будет падать, ее поймают его надежные руки. Женщине нужен тот, кто смирится с ее переменчивостью и вредностью, кто в пучине проблем не даст сорваться вниз, кто напишет: выдалась свободная минута, хочешь — приеду. Сегодня на улице холодно, застегнись. Женщине нужен тот, кто принесет ей любимую шоколадку, возьмет тяжелые пакеты, встретит вечером с работы, кого обнимаешь и точно знаешь, все будет в порядке.